Новый путепровод открыли в Актобе. Он поможет разгрузить и без того интенсивное движение в районе автовокзала, где из-за заторов в часы пик создаются аварийные ситуации. При строительстве железобетонных пролетов использовались конструкции отечественных заводов. На самом объекте в круглосуточном режиме работали порядка 200 специалистов, в большинстве местные жители. Длина четырехполосной эстакады 550 метров, а ширина 17 метров. Предусмотрены пешеходные дорожки и защитные шумоизоляционные экраны. Транспортная развязка, соединившая старую часть города с микрорайонами, обошлась казне в 4 миллиарда тенге. Мы построили раньше проектного срока на полгода. Была создана очень сильная и мощная бригада мостовиков, порядка 160 человек, которые именно актюбинцы работали в создании данного искусственного сооружения.